3 февраля в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Ульяновской области при силовой поддержке бойцов отряда специального назначения «ГРОМ» регионального УМВД совместно с сотрудниками госавтоинспекции задержали неработающего ранее судимого 28-летнего жителя областного центра, подозреваемого в сбытии наркотических средств. Злоумышленник был задержан стражами правопорядка на территории Ленинского района города Ульяновска. При проведении личного досмотра задержанного в присутствии понятых наркополицейские обнаружили и изъяли 80 свертков с кристаллообразным веществом белого цвета. По результатам экспертизы экспертно-криминалистического центра УМВД России по Ульяновской области установлено, что изъятым является наркотическое вещество соль общей массой более 22 граммов. Мужчина пояснил, что наркотик принадлежит ему. Он приобрел его в сети интернет. Часть запрещенного вещества уже успел сбыть через так называемые закладки. Остальное намеревался сбыть на территории областного центра. В настоящее время по данному факту следственным отделом УМВД России по Ленинскому району города Ульяновска возбуждено уголовное дело. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.